Турум-пум-пум-пум. Турум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. На самом деле хочется поделиться простой стратегией с людьми, которые не задумывались о том, что такое инвестиции, что такое альтернативные инвестиции. Потому как каждый, наверное, в своем возрасте приходит к пониманию, что устал я работать, устал я заниматься операционной деятельностью, хочется мне как-то диверсифицировать свои финансы, свои инвестиции и получать доход пассивный в разных направлениях. Условно говоря, если вот я являюсь центром, вот эта ручка, например, и 24 часа у меня свободно, я могу каждый новый ручеек подключать к своему центру, и каждый новый ручеек будет приносить мне, условно говоря, плюс 1000 USDT в день, плюс 1000 рублей в день, плюс 1000 условных зайчиков, тугриков, тенге, любых видов национальной валюты, в которые мы вкладываемся и в которых мы зарабатываем. То есть от меня не требуется время тратить на то, заниматься операционкой, чтобы эти деньги зарабатывать. От меня требуется лишь настроить правильную работу алгоритмов, которые будут мне давать этот пассивный доход. Соответственно, чем больше я путешествовал по миру, чем больше я понимал, что освободить свое время – это самая важная задача, которая у меня есть. Почему? Потому что, будучи сейчас в возрасте 30 лет, я понимаю, что я уже теряю свое здоровье. У меня нет того запала энергии, эмоций. Я не могу тратить столько же усилий, как когда мне было 20 лет. Это очевидный факт. И я медленно двигаюсь в 60. То есть половину жизни, грубо говоря, я прожил до 30 лет. Осознал тот факт, что еще до 60 лет я буду терять свое здоровье, терять какой-то геном, терять память и так далее. Ну, это с каждым человеком рано или поздно случается. Старость такая штука. И что я могу? Что я, в принципе, могу, чтобы как-то обезопасить себя? Как-то заранее подумав, дать себе бенефиты, преимущества, будучи в 60 лет, чтобы соревноваться с молодыми, с 30-летними, с теми, кто я сейчас? Мне кажется, это опыт и это возможность или умение деньги оборачивать в деньги. Сейчас, допустим, денежная масса одна. 100 лет назад денежная масса была другая. То есть сама форма денег меняется от десятилетия к десятилетию, от страны к стране, от каких-то регуляторных мотивов и запретов к более свободным, да, возможным методам развития событий. Но всегда будет умение, навык одну морковку превращать в две, один мешок картошки превращать в два мешка картошки. То есть мыслить так, что твой депозит, твой капитал, неважно, это избыточный капитал, это наследство, которое тебе досталось, умение его оборачивать и превращать в еще больше капитал. То есть, грубо говоря, когда я осознал эту мысль, мне стало настолько понятна сама методика, что куда бы я ни приехал, в новый город, в новую страну, я понимаю, что всегда есть люди, у которых есть избыточный капитал. Всегда есть люди, которые своей работой, своим трудом, дисциплиной добились уже результатов и имеют понимание, как оборачивать свой капитал, условно говоря, под 2% в месяц, под 10% в год. У них уже есть свои устоявшиеся методы, как они деньги превращают в деньги. Соответственно, будучи тесно знакомым с альтернативными методами инвестирования и показав на примере, на статистике, на опыте, как можно иначе оборачивать капитал, как можно иначе инвестировать свои средства, ты можешь, по сути, брать под управление деньги у своих друзей, у своей семьи, у своих коллег. Тут работает сарафанное радио, когда тебе говорят, если ты все делаешь честно, правильно, открыто и никого не обманываешь. То есть, по сути, репутация работает на тебя.
если этот скилл, который ты в себе развил, помогает тебе жить в этом городе, в этой стране, то, по сути, этот скилл поможет тебе выжить в любом другом городе, в любом возрасте. Главное — быть в здравом уме, в хорошей физической форме, здоровый дух, здоровое тело. И постоянно развиваться, быть любопытным, интересоваться новым. Поэтому мы будем на этом канале делиться всеми новостями, которые поступают к нам через наши источники. И дальше транслировать их, анализировать, возможно, где-то помогать людям новеньким, которые до этого еще не разбирались и не понимают, как это работает. Потому что вместе, как сообщество, я считаю, развиваться намного приятней, полезней и веселей. Поэтому будьте подписаны на канал, переходите по ссылочкам в телеграм-канал, на инстаграм, запрещенную в России организацию, и взаимодействие — ключ к успеху. Не стесняйтесь писать, особенно если вы чего-то не понимаете.